«Спартак Приморье» и пермский клуб «Парма» уже встретились друг с другом на домашней площадке нашего клуба. Пока во время предыгровых тренировок. Рукопожатие, доброжелательные приветствия, дружеский смех. Уже через несколько часов от них не останется и следа. Приморцы и пермяки – конкуренты на попадание в плей-офф нынешнего чемпионата. Спартаковцам необходимо обыгрывать каждого соперника, особенно дома, чтобы сохранить за собой место восьмерки, которое в итоге и будет оспаривать награды топового дивизиона Суперлиги. Наставник красно-белых говорит, что предыдущую победу над московским МБА надо забыть. Сейчас уже очень хорошо мы показываем баскетбол на тренировках. У нас соперник посильнее, конечно, чем МБА. Но, тем не менее, я думаю, что и мы сейчас чуть-чуть получше выглядим. И поэтому оптимистично смотрим в завтрашний день. Еще из позитивного – пополнение в тренерском штабе «Спартака». Артур Бегеев будет заниматься аналитикой. Пришел в команду и новый центровой Владимир Белов, который был лидером команды «Купол Родники», но решил перейти в «Спартак», чтобы выступить в плей-офф. Кроме амбиций приморской команды, ему очень близка атакующая манера игры спартаковцев. Мне нравится этот стиль игры. Сходу, когда играют команды, много пик-н-роллов, быстрое нападение, агрессивная защита. Мне это нравится такой баскетбол, когда много движения. Негатива добавила травма другого спартаковского центра Александра Семченко, которую он получил на тренировке. Несмотря на потерю бойца, которую нельзя не заметить, «Спартак» готовится к очередным битвам. Павел Зайцев, Денис Семисинов, «Панорама».